Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим такую тему, как закрепить значки или ярлыки на панели задач и как уменьшить эти значки на этой же панели. Итак, приступаем. Чтобы закрепить значок на панели задач, наводим на необходимый значок, правой клавишей мыши щелкаем. И здесь есть «Закрепить на панели задач». Это один вариант. И другой вариант. Можно просто левой клавишей мыши взять за этот значок и его прямо перетаскивать на место, куда хотим его закрепить. Эти значки между собой можно менять в любом положении, перетаскивая их более угодное для нас место. Чтобы изъять этот значок, нажимаем правой клавишей мыши на этот значок «Изъять программу из панели задач». Все, значок ушел. Теперь рассмотрим тот вариант, когда не все значки закрепляются на панели задач. Берем вот этот значок. Все. Как бы мы ни пытались, он у нас не будет здесь закреплен. Что необходимо здесь проделать? Правой клавишей мыши наводим на этот значок «Переименовать» и переименовываем его. Единицу просто ставим. Раз. Все, переименовали. Теперь берем за этот значок левой клавишей мыши или первым способом любым из них и перетаскиваем его на панель задач. Все, он у нас здесь находится. Чтобы изъять, так же самое, изъять программу из панели задач. Вот таким способом закрепляются на панели задач те значки, которые не закреплялись до этого. Теперь рассмотрим, как можно закрепить на панели задач необходимые для нас ярлыки или значки, которые находятся в меню «Пуск». Нажимаем меню «Пуск», «Все программы». И мне необходимо закрепить на панели задач текстовый редактор. В данном случае Microsoft Word. Нажимаем на этот значок, который необходим, и перетаскиваем его сюда. Это самый простой способ. Можно и правой клавишей мыши. А откреплять то же самое. Или из панели меню «Пуск» берем «Открепить» от панели задач. Или так же самое наводим на этот значок правой клавишей мыши «Изъять программу из панели задач». Все, изъят. Любой значок вот таким способом мы можем закрепить на панели задач или изъять его. Теперь рассмотрим, как уменьшить эти значки, которые находятся на панели задач. Правой клавишей мыши щелкаем на панели задач «Свойства». И здесь проставляем галочку «Использовать маленькие значки». Проставляем. Применить. Окей. Все. Значки на панели задач стали меньшими в размере, что удобно работать с любыми значками. Ну вот и все. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До свидания.